На самом деле, спасибо вам всем большое за то, что вы пришли. Я попрошу всех спуститься со сцены, кто не принимает участие в сегодняшнем мероприятии как организатор или как помощник. Хотелось бы в двух словах объяснить вообще, что здесь происходит и для чего это происходит. Мы хотим возродить вот такие вот вечеринки в Симферополе, когда собираются все элементы культуры и друг друга прокачивают. Демонстрировать творчество в кругу людей, которые по достоинству его оценят. Вот это самое важное, и это будет девиз вообще наших этих вечеринок, этой и дальнейшей. Спасибо, Тимур. Значит, вы уже все поняли, что тут нету никакого серьеза, никто не перевыкупает, все просто расслабляются, слушают музыку, нюхают дым, который тут повсюду летает. Немножко расскажу вам о том, для чего мы собрались. У нас есть художники, которые постоянно радуют нас своими работами в городе. И этих ребят нам удалось сегодня почти всех, наверное, самых стариков собрать, и мы могли посмотреть на их работы, которые находятся на вот том столике. Кто посмотрел? Да нет, вы должны были закричать, как сумасшедшие просто. Вот, я считаю, что это нереально, то, что мы сегодня с ними познакомимся, это очень круто. Поэтому я приглашаю сюда Скана. Этот парень помог нам их всех собрать. Братанчик, обходи вот эту камеру огромную. Я тебе дам микрофон свой. Он сейчас вам назовет никнеймы тех ребят, которые сегодня у нас там выставились. И я вам расскажу, что будет происходить дальше. Всем привет. Итак, там сегодня присутствую. Дмитрий с кем? И я вот тут. Саша Воск, Шизи Назар. Саша, где Саша? Саша, Назар. Шизи. Дальше, следующий кадр, Женек, Женя, иди сюда. Артем Лев подошел уже к нам. Роман, ну и я, в общем. Женек, возьми мою работу. Ребята, я предлагаю, короче, кому-то выйти и попытаться нарисовать хоть что-то подобное, а не загогулину какую-то сраную. Пожалуйста, шумите идеально! Мне кажется, эти парни заслуживают как минимум этой вечеринки. Я вам еще открою маленький секрет. В течение всей сегодняшней ночи эти ребята будут ходить и выбирать так называемых шеф-рокеров. Тех людей, которые жестче всего качают, которые не устают, которые улыбаются, и они им подарят работы свои. Поэтому ваша задача качать так, как будто вы качаете в последний раз в своей жизни. Спасибо, ребята, можете расположить работы на место, и чтобы могли полюбоваться ими дальше в течение всего вечера.